мама собирает сына в дальнюю дорогу и говорит: сыночка миленький, вот я тебе сюда, это значит, в сидр вот, положила тебе хлеб, вот маслица, соль и гвозди. Он говорит: мам, как-то вы меня странно в дорогу-то собираете. Что-то я ни хрена не пойму. Он говорит: ну как, миленький, вот ты шел по дороге, устал, да, на травку присел, открыл сидр, достал хлебушек, маслом помазал, сольцой посыпал, ешь, вкусно тебе. Он говорит: а гвозди? Он говорит: и гвозди положила.